Точно. Что я не делаю? Не, делай, колхоз, делаешь. Ну что я пою? Шу, делай, сейчас делай. Сделаю. Дорогие друзья, сегодня знаменательный день. Сегодня мы пополним свой репертуар еще одной народной песней, а точнее цыганской народной песней, а еще точнее не одной. Да. А можно вопрос, о чем я пою? Я уже рассказывала. Нана цоха, нана гад. Нет юбки, нет кофточки. Мэк кинел манге одат. Пусть мне купит папа. Если папа ты мне не купишь, я не буду сидеть в девках, мне купит муж. Это, кстати, песня Владимиру Девятому посвящается. Я понял. Мэк кинел манге одат. Сервичала палором. Мэк кинел манге ором. И танцуй сама, чтобы ты был расслаблен. На нецоха на негад, мекинел мангеядат, сирчава палором, мекинел мангеором. Хорошо. Сейчас в студии компании Biomusic записывается уже не мною, а замечательный, талантливый артисткой Есения. Она, значит, собственно говоря, пришла подсказать мне, как же все-таки разговаривать на цыганском языке. Нет, да я там ушла наоборот. Извините, я жую. Там пишется настоящая цыганская женщина. Красотка невозможная. Она поет, конечно же, лучше, чем я, особенно по цыганскому языке. Я выяснила, что, оказывается, Миро-Иро – это Мило-Иро. Это мужские яйца. Извините, мужчины, не пойму петь про яйца. Это все профессионализм, а я самоделка. Она раз она ржал. Здесь как раз таки вот пацаны что-то такое делать будут, а у вас же, как правило, всегда вверх же работает. Если вот сюда. Что? Если что? Если на быстрой части. Если что. Да. Вверх, если на что. На быстрой. Вот когда идет там хэй-хоп, вот где мы орали, такая танцевальная, дробная часть. Ну там должны мальчики что-то делать, а девочки плечи, наверное. Ну да, здесь юбки. Пацаны должны быть. А я буду стоять просто и... Спасибо. Как тебе песня? Да, заберу. Не для камеры сказать, а... Мы танец поставим. Веселый танец с большими юбками. Ты два уходи. Ай, будешь отставать, Ина. Все срочно. Будешь отставать. Сама милая, сама милая, сама буду. Эй! Да не хей, а хей! 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 На самом деле, мне очень приятно, что Марина исполнила именно нашу песню из кинофильма «Табор уходит в небо», и она ее исполнила, мне очень понравилась, очень клевая, и я думаю, что в дальнейшем процветание только удачи, добра, радости и задора такой, какой у нее есть. Ну вот и все. И закончили мы писать национальную цыганскую песню. Вот. Должно получиться хорошо, весело. Все наорались, накричались, ладоши нахлопались. Даже балет запел. Лучше бы не пел. От этого хочется плакать. Лучше бы танцевал. Короче говоря, номер увидите, поставим, отпляшем. Даже костюмы обещали пошить. Вот, цыганские, с большими-большими юбками.
Но все, некогда мне здесь с вами уже разговаривать, я пошла дальше, потому что меня ждут дети. Вот. А я должна им подавать правильный пример, я не должна опаздывать. Все, пока.